Всем привет! Всем доброе утро! Сейчас 6:50, и я еще даже не встала с кровати. В сегодняшнем влоге я хочу вам показать свой обычный школьный день без каких-то там супер экшенов. Поэтому надеюсь, вам будет интересно. Давайте скорее уже вставать с кровати, потому что я, как всегда, ничего не успею. К тому же еще и снимать видео и делать свою привычную рутину, это намного, намного дольше получается. Поэтому пойдемте готовить завтрак. Ну что ж, я уже собралась, и сегодняшний мой look of the day — это пиджак из Синсея, футболочка из Манго, джинсики из Бифрим, и сейчас мне нужно очень-очень быстро сделать мой минимальный макияж. Он состоит из консилера. Сегодня у меня будет 6 уроков. Это самый короткий день в расписании. А потом мне нужно будет пойти на дополнительные занятия по обществознанию. Вообще, я надеюсь, что вам нравится подобный формат роликов, потому что на самом деле больше ничего особо такого интересного в моей жизни не происходит. Я сейчас в 9 классе. У меня подготовка к ОГЭ, школа, какие-то хобби и все на этом. Очень редко бывают какие-то интересные прямо дни, тем более сейчас еще холодный март, и особо никуда не походишь. Поэтому вообще пишите, что вы хотите видеть у меня на канале, мне будет очень приятно и полезно почитать. Очень, кстати, классное масло. Стоило недорого, заказывала в Золотом Яблоке. Эффект от него очень хороший. Одеваю сережки. И еще у меня есть последний завершающий аксессуар. Это Apple Watch. Ношу их, если честно, в последнее время очень редко, потому что мне просто лень их заряжать. Вот. И, в принципе, на этом все. Я готова выходить. У меня уже закончились уроки, я иду сейчас и немножечко гуляю, потому что на улице просто прекрасная погода. И к тому же хочу зайти в магазин, купить себе что-нибудь вкусненькое. Вот, а потом мне нужно будет вернуться в школу на дополнительные занятия. Как обычно, стандартный понедельник. Ну что ж, я уже вернулась домой и сейчас просто сижу, немножко отдыхаю перед дополнительными занятиями. Они у меня будут примерно через 15-20 минут, так что у меня не так много времени. А потом, после них, когда я вернусь домой,
Я планирую сделать небольшую тренировочку и заняться учебой. Вроде бы не так много задали, чтобы потом вечер полностью освободить и лечь пораньше. Как-то так. Пока что просто отдыхаю, открыла окна, слушаю прекрасное пение птиц, потому что очень хорошая погода на улице, была бы у меня возможность, я бы намного дольше бы прогулялась, но все же, хоть немного, у меня это получилось сделать, и я прямо кайфанула. Просто посмотрите, какое красивое небо, такое голубое, и облака просто прелестные. Обожаю, когда на улице солнце, комната сразу становится такой эстетичной, прям как будто бы из Pinterest. Не поверите, что только что сейчас случилось. Оказывается, сегодня у меня допы отменяются, так как у учителя наметился педсовет. Поэтому немного меняются мои планы на сегодня, и я сейчас могу еще чуть-чуть побольше поотдыхать. Возможно, посмотреть что-нибудь. У меня на это сегодня будет время. А потом все по предыдущему плану. Если честно, я немножко расстроилась, что отменились дополнительные занятия, так как я довольно-таки люблю на них ходить. И в целом мне нравится обществознание, мне его сдавать на ОГЭ. Но я никак не могу повлиять на эту ситуацию, поэтому радуемся дополнительному свободному времени. Как-то так. Кому интересно, кстати, я смотрю сейчас «Сплетницу», смотрю я ее на английском языке с русскими субтитрами. Мне прямо очень-очень нравится. Сейчас я на 3-м сезоне, 5-й серии. И очень интересно, очень круто снято. И актеры просто безумно талантливые. Но в то же время можно и полезно поучить английский язык. Я здесь уже очень много разговорных таких фразочек для себя подметила. И если вам вдруг хочется что-нибудь посмотреть, то я прямо рекомендую, потому что очень интересный сюжет, и в целом снято все очень-очень классно. К тому же можно посмотреть на английском. Я закончила со своей тренировочкой на сегодня. Чувствую прилив энергии. Вот правда, после тренировки я особо никогда не устаю. Наоборот, прибавляются силы после школы разгрузиться как-то, поработать мышцами. Намного оставляет больше мне прилив энергии, нежели чем забирает ее. Поэтому, если вы тоже чувствуете какую-то потребность в переключении, то очень вам советую потренироваться. Я делаю обычно пилатес, не люблю функциональные силовые или какие-то другие виды занятий, хотя я пробовала много чего, но пилатес для меня пока что ближе всего, так что сажусь делать уроки, в принципе, это единственное, что мне нужно вот 100% сделать на сегодня, ну а далее уже буду смотреть по ситуации.